Всем привет. Батарею привез на две семерки. Во-первых, легче поднимать. 14 не бывает. Две семерки между собой. 14 секций. Батарею краны перекрыл. Ну, надо же с нее воду спустить, слить. Обычно открываю нижнюю заглушку. Вот эту вот, вот здесь. И сливаю через нее воду. Вот, когда стал откручивать, брызгов нету, давления. Понимаю, что там забито все напрочь. Сейчас тебе покажу. Я тоже проверил. Видишь, там пробка из мусора. Короче, там подбило грязи. Сейчас я включу эту подсветку на телефоне. Следующую включу уже. Вот, уже с подсветкой. И смотри, что там. Битком грязи. Битком. Сейчас что-нибудь попробую взять. Короче, там уплотнилось, ковырять. Наверное, придется долго и упорно. В общем, меняем не зря. Сбрасываем давление здесь уже. Здесь оно вон. Видишь, вот настройка фигачит. Хотел ты изначально через заглушку. Так, стоит 12 секций. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 секций. Здесь всего. Вот тут даже литра воды нету. Литра нет воды. И вот такая вот она грязная. Коричневая. И вон там хлопья. Хлопья грязи. Как кофе. Так что вот так. Так, радиатор заменил. Установил новый. Сейчас спускаем воздух и немножко водички.